зрачки еще расширяются. Он реагирует на лекарства. Проверьте дозировку. Этого быть не должно. А если не поможет? Доктор Йорк, в чем дело? Минутку. Черт. Готовьте дефибриллятор. Возможно, фибрилляция. Заряд на 200. Нет, на 300. Доктор Йорк. Он жив, но мы движемся слишком быстро. Нам надо... Мне нужен результат. Есть. Готовьтесь вести морфий. 4 минуты. Как успехи, доктор Йорк. У него тахикардия. Сначала его надо стабилизировать. Нет времени. Он нестабилен. Продолжать операцию будет ошибкой. Вы рискуете. Доктор Йорк, у нас нет выбора. Продолжайте. Хорошо. Заряд на 300. Ты почувствуешь легкую. Вот так. Полковник Веннек, это Сэмюэл.
Сержант Беккет, слава богу, вы живы. У вас, наверное, море вопросов. Я все объясню позже. Сейчас вам надо добраться до лаборатории КТП. Торопитесь и будьте начеку. Люди Венека штурмуют здание. Не думала, что он пойдет на такое, чтобы уничтожить улики. Осторожнее, сержант Беккет. Вы сейчас попадете в засаду. Это закрытый канал. Назовите себя. Думаю, он следит за нами через камеры охраны. Сколько еще этого мусора сжечь? До конца. Каждую папку, каждый диск, каждый винчестер. Они не хотят рисковать. Понимаю, почему они выбрали вас. Черт, а кто вы такой? Зовите меня Змеиный Кулак. Змеиный Кулак? Вы что, издеваетесь? Эй, я не знаю, кто еще слушает нашу беседу, и рисковать не намерен. А вам надо убираться оттуда. Откройте дверь! Мы эвакуируем этот район! Уходите! Послушайте, тут небезопасно! Откройте дверь! Оставьте меня! Противник, второй этаж!
Объект в лифте! Отключите его! Кажется, я приближаюсь к холлу. Там что-то происходит. Пойду посмотрю. Повтори, прием. Слышишь? Thank you.
Я Женевьева и Аристид. Мы идем в лабораторию КТБ. Там и увидимся. По словам Аристид, нас всех привезли сюда в плохом состоянии. Но тебе досталось больше всего. Она была удивлена, что ты уже на ногах. Рада тебя видеть. Скорее, у нас мало времени. Бегом в камеру. Док, эта штука не стерилизует его или еще что-нибудь? Я бы сейчас об этом не волновалась. Не двигайтесь. Это ненадолго. Ложись! Нам нельзя его бросить. Не сейчас. Выбора нет. Уходим. Иди по этой дороге, глянь, я хочу. Черт! Затащить свою задницу сюда. Thank you.
Доброе утро, малыш. Ты, получается, часть проекта «Предвестник». Иначе зачем Аристид тащить тебя сюда? Командир, они направляются к вам! Понял, иду к вам. Не дайте им скрыться. Сэмюэл, скончайся этим. Этот молокосос останется здесь. Я не нашла Аристид. Она, наверное, испугалась и убежала. Не проморгай!